Всем привет! Сегодня я в пиццерии Адриана на мастер-классе по приготовлению пиццы. Находится это кафе на улице Соколова. Последний раз я была здесь, наверное, лет 8 назад. Ну, в меню что здесь? Основное, конечно, это пицца, роллы. Ну вот бургеры еще есть. Бургеры 380, 480. Пиццы от 250, в зависимости от размера, до 800 рублей. Роллы это 220, ну то есть цены такие, в принципе, обычные, средние, как и везде. Но пицца очень вкусная здесь, по крайней мере, последний раз была. Сегодня еще не знаю, попробуем, расскажем. Десерты, вообще меню, в принципе, неплохое такое, достаточно. Ну вообще, Адриана это сеть у нас в Сочи, в Адлере тоже есть. Алисочка, ты у нас розовая принцесса. Соня играет за этого лидера постоянно. Алиса? Маша. 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 Нам нужно тесто, тесто есть у каждого, скалка, соус томатный есть на столе, и сыр. Сыр вот пиццерии. Начнем, да, раскатывать правильно. Раскатываем тесто, скалку берем, вот так раскатываем. Да. Пробую так раскатывать. Чуть раскатываем, переворачиваем, тесто переворачиваем, ручки. Берем, переворачиваем. Так, и дальше раскатываем. Да, тоже здесь раскатываем. Как капуста! Да, 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 раскатываем, раскатываем. Это пиццу уже сделали, да, и унесли запекать? Пиццу. Пиццу? Да. Сейчас будет пицца. Ты приготовила? Ты с чем приготовила пиццу? С колбаской, помидором, с сыром. Какая красивая пицца получилась. Алиса. Соня. Гоша. А где я? А где Соня? Я вижу Соню. Так, это делает для Сони. Маша. Соня. Так, Маша. Гоша. Моя. Сейчас давайте все туда будем. Вот так стремим немного, да? Или можешь туда пойти. Соня и много оливков. Давай я пойду. Больше всего, конечно, у Оли красивая. У нее все сбалансировано. Класс? Ну, понятно. Сейчас я их нафотографирую и вам все сброшу. Ладно? Вкусно? Все, хорошо. Ладно. Уютное заведение. Если будете рядом с этим местом, рекомендую вам его посещение. Если понравилось мое видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся с вами в следующем видео.